Я не знаю, как тебе это сказать, Джоди. В общем, нас с мамой переводят. Мы уезжаем с базы. Мы хотели бы взять тебя с собой, но считаем... Нет, все считают, что тебе лучше остаться тут с профессором Докинсом. Мы с мамой постараемся тебя навещать. А поправишься, мы заберем тебя домой. Идет? Думаю, так будет лучше. Не скучай, дорогая. Будь храбрый. Это очень тяжело. Но я знаю, ты справишься. Малышка моя. Все, нам пора, Сьюзан. Погоди ты, Филипп. Хватит, идем. Мы с тобой. И всегда будем рядом.